Министерство труда планирует тест нового сервиса начисления субсидий через пенсионный фонд. Эксперимент проведут в семи областях России с 1 мая по 1 декабря этого года. Услуги социальных выплат переходят с регионального уровня в пенсионный фонд. Пенсию и субсидии можно будет получить без лишней документации. Новая программа позволит оптимизировать процесс начисления пенсии и государственной помощи по всему государству. Детали на сайте.